Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Зарбаба, и сегодня с вами программа в игру под названием «Готика. Игровой тизер». Он вышел в декабре 2019 года. Это как ремейк запланирован. Пока точно даты «Готики» и ремейка не имеется, но дали поиграть вот такой в игровой тизер. Я только сейчас это увидел, поэтому подумал, почему бы и не поиграть. Я не играл в старую готику ни в одну из частей, поэтому мне не с чем будет сравнивать. Для меня это будет, так сказать, впервые. Если вы играли в старую готику, то пишите об этом в комментариях. Мне будет интересно почитать, что здесь улучшили, что сделали хуже. А мы попробуем с вами пройти, получается, этот игровой тизер полностью. Посмотрим, сколько выйдет серий. Одна, две, может быть, три. Но сколько выйдет, столько и выйдет. Поехали! Буду очень рад вашим лайкам и комментариям. Но мы начинаем. Всем приятного просмотра. Новая игра. В 2001 году родилась легендарная серия игр «Готика». В 2019 году серия стала частью THQ Nordic, и мы, как горячие поклонники оригинальной игры, стали думать и экспериментировать над тем, что мы можем с ней сделать. Изучая различные идеи, мы поняли, что «Готика» по-прежнему культовая игра, но просто сделать ремейк не получится. Поэтому мы попробовали новый подход – переосмыслить все это. Чтобы убедиться, что мы выбрали правильный путь, мы решили подойти к этой ситуации совершенно уникальным способом. Мы хотим предложить вам ранний прототип игры, спросить вас, что вы об этом думаете, и услышать ваши отзывы. Мы хотим сделать отличную игру. Когда мы начали думать о возможности сделать ремейк «Готики», мы сразу же подумали об удивительной атмосфере, которую создавала оригинальная игра. Когда мы пробовали снова поиграть в оригинальную «Готику», мы поняли, насколько устаревшими будут восприниматься в наши дни ее определенные аспекты. Существуют очевидные вещи, такие как пользовательский интерфейс, элемент управления и боевая система, которые даже не хвалили в те времена. Хотя некоторым членам нашей команды, впервые игравшим в эту игру, все это очень понравилось. Помимо всего прочего, мы хотели бы усилить погружение в игру и сделать ее более правдоподобной. Но как мы могли бы добавить новые детали к этим элементам, сохранив при этом оригинальную атмосферу? Можем ли мы рассказать вам ту же самую старую историю, но добавить несколько новых ситуаций и новых мест, чтобы сделать ее более правдоподобной? Это новый игровой тизер продолжительностью более 1 часа, и мы хотим услышать от вас, что вы об этом думаете. Добро пожаловать в колонию! Снова. Королевство Миртана, объединенное королем Робаром II. Во время своего продолжительного правления он смог победить всех врагов своей державы. Всех, кроме одного. Войны против орков оставили свой след, и узникам королевства пришлось платить высокую цену. Королю нужны были мечи для своего войска, и всех преступников, независимо от тяжести их проступков, ссылали на рудники Хариниса. А чтобы они не смогли сбежать, король приказал лучшим магам королевства окружить всю долину волшебным барьером. Но что-то порушило тонкую ткань колдовства, и мы стали пленниками внутри своего собственного барьера. Заключенные захватили власть в Харинисе. У короля не было выбора, ему нужна была руда, и он был вынужден пойти на переговоры. Но его бывшие рабы запросили высокую цену. Месяц за месяцем король доставлял узникам все, что они просили в обмен на руду. Когда подъемнику был доставлен еще один заключенный, он еще не знал об этом, но ему предстояло изменить все. Пролог, новое начало. Никакого риска. Хороший барыш, говорили они. Тебя никогда не схватят? Ну, конечно. А теперь у меня остался только ты, друг мой. Ни оружия, ни еды. Лишь простой свиток. Именем старого лагеря приказ восстановиться. Кто ты и как ты знаешь, что происходит здесь внизу? Какого? Пронесло. О, черт!
Я бы не сказал, что пронесло. Ладно, осторожно. Это еще не конец. Ну хоть в воду упал. Значит, будет живой. Проклятие. Что-то было. Я цел и невредим. Слава богу, крови не видно. Где свиток? Все в порядке, отлично, ладно. Пойдем дальше. Так, хорошо, так. Давай это зажжем. Давай. А мы сегодня играть-то будем? Отлично. Надеюсь, так сойдет. Где мы? Какой беспорядок? Что здесь происходит? Хорошо. Проклятие. Нужно выбираться отсюда. Ну, давай выбираться. Все, начинаем, да? Ой-ой-ой. Что-то прям FPS очень сильно просело. Даже 30 кадров в секунду нету. Есть что-нибудь собрать-то хоть? Или мы сразу ищем выход и все? Почему-то никого нет. Ни тел. Ой-ой, как все лагает. Давайте я в настройки зайду, сейчас посмотрю, что там есть. Так, ну, вроде немножко... Правда, стало потемнее. Во, так получше будет, да? Хорошо. Настройки стояли эпические, поэтому у меня мой уже компьютер не тянет. Поэтому пришлось... снизить. Я бы, наверное, даже бы еще бы снизил бы. Так, бегать умеешь? Бегать умеешь, хорошо. А, вопрос. Наверное, смысл туда идти? Просто как-то странно, я слышал внизу голоса. То есть, по идее, должны быть хотя бы тела. Ну, что-то никого не видать. Ой, как все лагануло-то что-то. Есть вообще смысл тут бегать-то? Вот в чем вопрос. Я, конечно, пробегу. Но, походу, уже на этом все. Ладно, тогда пошли. Ничего здесь, получается, нет полезного для меня. Из оружия у меня только факел. И больше ничего. Ну, хоть что-то, чем совсем ничего, да? Там, наверное, тоже вряд ли что-то будет полезное. Ну, получается, что да. Хорошо, ладно, пойдем. Так, ну прыгать, конечно, с этой неестественно. Ага, хорошо. Странно. Мы вроде как спускались в шахту. А тут почему-то небо, ну ладно. Я думал, они захватили именно конкретно рудники. То есть они находятся внизу. Ну, других вариантов все равно нет, поэтому пойдем. Что здесь творится?
называется. Вот черт. Какие-то звери. Черт. Что, кто-то нападает? Я не вижу никого. Слышишь, нас преследуют вроде как бы. Лучше сюда уйти. Ну, пойдем. О, первое тело. О, господи, какого черта? Кому-то здесь еще больше не повезло, чем мне. Че смотришь, вытаскивай меч. Давай посмотрим. Я оставлю это здесь на минутку. Ты не возражаешь, если я заберу это себе? Сейчас это мне гораздо нужнее. Пойдем, лапочка. Пойдем со мной. Проклятие. Черт, он сломан. Ну, в любом случае, это лучше, чем ничего. Сломанный длинный меч. Теперь-то, вправду, больно. А, обрети свое первое оружие. Хорошо, обрел. Ну какого? Что? Ты что? Эй, полегче. Давай разойдемся по-хорошему. Окей, ладно, ладно. Успокойся. Самая ужасная тюрьма на свете. Определенно я должен как можно быстрее сюда выбраться. В смысле, а куда он исчез? Я думал, сразу будем драться, нет? Он, кстати, почему-то не достает оружие. Так, предмет. Тут, получается, мышки-то нету. Свиток. Наиболее часто встречающиеся свитки содержат обычно бюрократические записи. Значительно реже попадаются свитки, содержащие тайные магические знания. Изысканный качественный кожаный чехол, который должен защищать особенно ценный пергамент, соземлемый с изображением золотого символа на красном фоне. Связано с заданием «Красный свиток». Хорошо. Так, это я прочитал, получается, да? Ключи, магия, оружие. Сломанный длинный меч. Урон при атаке 5 единиц. Когда-то это был хороший меч, но теперь его клинок сломан в нескольких местах. В его нынешнем состоянии об этом мече в бою не будет никакого толку. Его надо как-то с... этот... Да, особо нет, получается. Активное задание «Красный свиток». И что? Справочники есть... Места. Зона обмена. Торговля с королем превратила эту часть колонии в зону с огромными лебедками, ящиками, повозками. По крайней мере, так было до прошлой ночи. Что же произошло? И что это был за взрыв? Важное событие. Уникальная фактория между внешним миром и колонией. Здесь можно найти любой товар от самых простых до самых роскошных. Прошлой ночью кто-то напал на подъемник и его охрану. Так, хорошо. Что тут, получается, еще есть? Карта мира. Вам понадобится карта, купить или найдите ее в колонии. И наш персонаж. Пока никакого опыта нет. Хорошо. Но драться он не хочет. Уж не знаю, что должно было произойти. Но твари мы уже увидели. Мне это совсем не нравится. Да мне как бы тоже не нравится. Но ты меч-то не берешь почему-то. Все время только с факелом. Какого черта? Это какие-то динозавры. Кишки, что ли, наружу? Черт, ну и дело. Да, реально кишки. Ну давай. Нет, пожалуйста. Привет. Ты уже пообедал, правда? Тогда я пойду совсем другой. Дорога не стану беспокоить. Хорошо, хорошо, не волнуйтесь, все в порядке. Ладно, стойте, где стоите. Не заставляйте меня вас бить. Вы пропусти меня. Ё-моё. Ну ладно. Вы сами напросились. Ага. С одним-то было бы, наверное, легче.
Бой и стойки. Двигайте мышкой, чтобы изменить стойку. Вы можете атаковать или блокировать в трех разных направлениях. Эти атаки могут выполняться слева направо, справа налево или вперед перед собой. Так, подожди. Атаки слева направо. А, типа стойка. Я вращаю мышкой. Верхняя стойка, левая стойка, правая стойка, да? Быстрая атака. Левую мышку быстро атаковать. Быстрые атаки расходуют мало выносливости и полезны при контратаках. Хотя они наносят умеренный урон, и если провести несколько быстрых атак подряд, они могут серьезно ранить вашего противника. Сильная атака. Правая кнопка мышки. Ага. Сильные атаки расходуют больше выносливости, для их подготовки требуется определенное время, но если вы попадете по врагу, ему будет нанесен критический урон. С этим будут, конечно, проблемы. Ладно. Блок. Если враг атакует вас, направление вашей стойки совпадает с направлением его атаки, эта атака будет автоматически заблокирована. Серьезно, мне надо еще и запоминать какие-нибудь там стойки. Ох. А какие стойки, извините меня, у этих динозавров будут? Уклонение. Пробел. Уклонение позволяет выполнять короткие рывки в разных направлениях. При блокировке некоторые атаки расходуют слишком много выносливости, если они все равно могут нанести вам урон. При такой атаке уклонение может стать наилучшим выходом. Да, я тут согласен. Тут лучше, наверное, все-таки не будет уклоняться на пробел. Смена цели. Нажмите Alt, чтобы переключаться между врагами. И блокирование атак врагов, не являющихся вашей целью. Когда вас собирается атаковать враг, не являющийся вашей целью, вы тоже можете блокировать его удар. Если вы измените свою защитную стойку, повернувшись в том направлении, с которого он на вас атакует, атака будет автоматически заблокирована. Направление атаки может быть показано в вашем индикаторе стойки. Все. Ты мне предлагаешь драться с ними со всеми, что ли? У меня столько нет выносливости. А, все. Давай, что ты ждешь? Здесь еще мало. Все, я отключился, да? Отлично. Я просто бы их бы не победил бы. Это было бы... Не, может быть, я их победил бы, но это, конечно, целый час пришлось бы только драться с ними. С одним. У меня такой меч, это бесполезно. Вот это я понимаю, конечно. Придет спаситель, называется. Вот это я понимаю. Два удара, все, они готовы. Ты все еще жив. Поздравляю, тебе удалось пережить первый день. Удачи новичкам. Пережите первую ночь в колонии. Пережил. Доброе утро. Надеюсь, ты хорошо выспался. Доброе утро. Кажется, да. Хотя не очень хорошо помню, что было вчера. Ты познакомился с местной фауной. По ночам эти твари довольно злобные. И наоборот, днем они более смирные. Чё стругаешь, папа Карло? К счастью, я успел вовремя, чтобы убить что-нибудь тебе на завтрак. А лучше уж их, чем тебя, верно? Мясо немного жестковато, но на вкус оно лучше, чем мясо новоприбывшего. Кстати, мы же не представились должным образом. Меня зовут Диего, и я командир теней в старом лагере.
Диего. А я... Да-да, это не важно. Теперь ты один из узников колонии. Новая тюрьма, новая жизнь, как говорится. Я буду называть тебя новичок. Ты не против? Эй, это мой свисток. Да. Я познакомил его, пока ты спал. Не переживай, новичок. Я дам его тебе, когда будем уходить. Это необычный документ. Обычно новенькие попадают сюда со свитками, на которых перечислены их преступления. Это юридическая формальность здесь не имеет смысла. Не важно, какие преступления ты совершил снаружи, у тебя будет достаточно времени, чтобы отработать их здесь, если проживешь достаточно долго. Твой же свиток особенный. Он красный, и на нем лаковая печать. Этот свиток предназначен для магов огня. Так, узнать о ценности свитка, найти магов... Ага. А что делать, почему я? Почему мне выдали такой важный документ? Или что мне делать со свитком? Ну, давай сначала узнаем, почему именно я. Хотя вряд ли он ответит, конечно, на него. Полагаю, они решили, что он так или иначе попадет в руки предполагаемым адресатам, независимо от того, выживешь ты или нет. Многие новички погибают в первый же день, и особенно в первую ночь. А маги очень хорошо платят тем, кто обирает мертвецов и собирает свитки. Здесь есть люди, превращающие в работу все, что угодно, а отчаяние — плохой помощник. Ты не такой особенный, каким себя считал, да, новичок? Ну, я должен сказать Гомес о вчерашнем нападении. Но перед тем, как мы уйдем отсюда, не хочешь ты меня о чем-либо спросить, новичок? Где взять оружие и куда мне идти? Почему ты мне помог... Ну, давай сначала спросим, что за колония, да, куда, что это за место такое. Итак, что я должен знать об этом месте? Давай начнем сначала. Мы называем все это колонией, и мы поставляем королю руду. По крайней мере, именно это мы делаем. Внутри барьера есть всего три лагеря. Если ты хочешь остаться в живых, ты должен присоединиться к одному из них. Старый лагерь, самый большой, самый старый из трех. И, ну, часть моей работы состоит в том, чтобы рассказать новеньким, что для них это самое подходящее место. Так, сразу присоединиться, подожди. Найти старый лагерь. Что за Гомес? Ты упомянул человека по имени Гомес, кто он такой? Гомес, предводитель баронов. Он глава старого лагеря и самый могущественный человек в колонии. Он отвечает за поставки руды королю и поддерживает порядок в единственном цивилизованном месте внутри барьера. Он довольно странный. Человек с изысканным вкусом и привычками, которые дорого обходятся. Ты поймешь, что я имею в виду, когда с ним познакомишься. Как мне найти старый лагерь? Иди по этой тропинке. За полянкой со старым деревом ты увидишь сторожевой пост и заброшенный рудник. Через него ты можешь попасть в старый лагерь.
Однако дверь запирают по соображениям безопасности до тех пор, пока я не прикажу открыть ее. Я отправляюсь туда после завтрака. Можешь пойти со мной, если хочешь. А что насчет других лагерей? Послушай, новичок, кроме старого лагеря, нового лагеря и культа, здесь нет ничего, только насилие и мародерство. В старом лагере ты встретишься с людьми из тех мест, которые смогут тебе лучше объяснить, что к чему. Как по мне, то люди из нового лагеря — это просто шайка воров без всяких принципов, а люди из культа помешались на всяких травах. Как видишь, я говорю с позиции абсолютной беспристрастности. Ну и чё? А, у меня нет вариантов других, да, я только сразу могу присоединиться. Допустим, я захочу присоединиться к старому лагерю. Что я должен буду сделать? Несомненно, это была бы замечательная новость. Ты должен будешь подойти к воротам замка. Там ты найдешь человека по имени Торус. Скажи ему, что это я тебя прислал. Торус не самая дружелюбная личность на свете, но свое дело знает. Он расскажет тебе, кому нужно угодить, чтобы тебя приняли. Ну и чё, всё? Но ты же сказал, что мне ворота не откроют, пока ты не скажешь. Почему ты не можешь сам сказать этому Торусу, что ты берешь меня к себе в ваш лагерь старый, нет? Не хочешь? Ну ладно. Почему ты мне помог? Ты попал в беду, а я просто проходил мимо. Можно назвать это честью или справедливостью. Никто не должен сражаться без подходящего оружия и не иметь шансов на победу. Это, конечно, хорошо. А еще я помог тебе, потому что ты новенький. А моя работа — давать шанс всем новичкам. Послушай, новичок, колония — очень опасное место, а ночью особенно. Никогда не покидай лагерь, не захватив подходящего оружия. Кроме того, все вы, новенькие, имеете обыкновение постоянно нарываться на неприятности. Но я не всегда буду рядом, чтобы помочь. Кстати, о неприятностях. Эти твари были не единственными, кто порезвился прошлой ночью. Ты видел, как напали на подъемник? Ну, я видел. Я слышал больше сказать, чем видел. Остальное ничего не видел вообще. Взрыв произошел, да и все. Да, когда случилось, я был на подъемнике вместе с грузом. Интересно. Очень интересно. Мы все еще пытаемся выяснить, что произошло, и кто это за это все ответит. Мне кажется, ты можешь казаться ценным свидетелем. Когда мы доберемся до старого лагеря, ты должен поговорить с Гомесом. Я уверен, что твой рассказ его заинтересует. Ну, мы можем идти уже, правильно? Спасибо тебе большое. У меня больше нет вопросов. Не за что. Я всегда с радостью помогаю новеньким.
Эй, ты неплохо провел себя в драке, но без оружия никакого толку не будет. И по дороге к лагерям попадаются разные дикие звери. Глупо путешествовать безоружным. Ну, давай свою шпагу и лук. Начни с осмотра зоны обмена рядом с подъемником. Я не сомневаюсь, что ты там найдешь что-нибудь полезное. Когда раздобудешь подходящее оружие, возвращайся ко мне, и мы вместе отправимся в старый лагерь. Ну вот, я думал, мне сразу все даст. И меч, и лук. А новая запись в справочнике лагерь Диего. Ну, давайте почитаем, что у нас там получается есть. У нас есть журнал заданий. Основной подходящий меч. Так, про красный слиток нужно найти магов огня в старом лагере. Подходящий меч. После того, что произошло прошлой ночью, было бы глупо отправляться в дорогу без подходящего оружия. Мне нужно прислушаться к Диего и найти что-нибудь такое, чем бы я мог себя защитить. Найти подходящее оружие в зоне обмена. То есть возвращаться оттуда, где я был, да? Так, что у нас там по обучению? Это изучение мира. А, подожди, не туда. Ага. Блокировки, смена цели, уклонение, блок, сильная атака, быстрая атака, стойки. Ничего больше нет. По справочникам. Диего, командир теней. Не сомневаюсь, что Диего владеет своим мечом не хуже, чем своим языком. И тем и другим он заслужил уважение как остальных воинов старого лагеря, так и своих учеников. Интересно, кто-нибудь из них еще жив? Запомнить, я должен это выяснить ради своей же безопасности. Откуда он сам? Что за преступление он совершил? Мне нужно как-то это выяснить, поскольку он явно выделяется из общей массы. Из какой общей массы? Ты вообще никого здесь не знаешь? Из какой общей массы? Ты о чем? Бестиария нет, места. Зона обмена с вами уже были. Колония. Колония – неофициальное название знаменитой долины рудников Хуариниса. После возникновения барьера она превратилась в закрытую территорию с несколькими лагерями, рудниками, некоторые все еще работают, и обширными неизведанными областями. Помимо обмена с королем, мало что известно о нынешнем положении дел в колонии, поэтому она стала источником множества слухов и все более неправдоподобных россказней. Важные события. Огромная зона добычи, ограниченная магическим барьером, который позволяет войти, но не выйти. Большая часть населения живет в одном из трех больших поселений – в старом лагере, в новом лагере или лагере сектантов. И в лагерях и за их пределами колонии – опасное место, где право сильного решает судьбы людей, орков и зверей. Старый лагерь. Главный лагерь колонии известен за пределами барьера тем, что это суровое и угрюмое место. Похоже, один из бывших заключенных правит оттуда своей железной рукой. Диего настаивает на том, что пора идти, так что скоро я увижу, что является правдой, а что вымыслом. Долгое время это была исправительная колония под патронажем короля. Во время войны против орков Гомес, заключенный, организовал бунт и прогласил себя новым лидером. Сегодня это самый большой город в колонии и дом магов огня. Лагерь Диего. Диего удалось сделать это место похожим на дом. Дрова для костра всегда под рукой, и отсюда открывается великолепный вид. Старый дом стоит на полпути между старым лагерем и зоной обмена. Диего использует это место как убежище от ночных животных и суровой погоды. Великолепные виды позволяют следить за храмом Белиара и старыми рельсами. Какими старыми рельсами, я не знаю. Так, что можно тут собрать? Вообще, есть ли что-то смысл тут собирать? Ну, я ничего не вижу, поэтому... Так, это что? Изучение мира, быстрый бег. Шифр во время движения, чтобы бежать быстрее. Выносливость. Определенные действия, такие как спринт или атака, расход выносливости. Ваша выносливость быстро восстановится, как только вы прекратите выполнять действия, при которых она используется. Подкрадывание. Нажмите C, чтобы красться. Когда вы подкрадываетесь, то можете двигаться незаметно, и у врагов меньше шансов вас обнаружить. Пробел, чтобы залезть на скалы или лестницы. И меню быстрого доступа. Нажмите Tab, чтобы открыть меню быстрого доступа. Так, я правильно понимаю, Tab? Надо сейчас проверить. Да, Tab, хорошо. Новый предмет черника.
восстанавливает 20 единиц здоровья. Черника – практичное средство, позволяющее охотнику утолить голод. Ее сладкий вкус приятнее, чем вкус сырого мяса или съедобных корней. На одной чернике вы долго не протянете, но ей вполне можно утолить голод. Так, у нас появилось имя обучение. Я еще пока не могу разобраться с этим управлением. Так, быстрый доступ, карабкание, выносливость, быстрый бег. Но я не вижу здесь никакой этой уровня голода. Сейчас нет никаких предметов. Подожди, а как же мне поставить, допустим, эту же самую чернику на быстрый доступ? Использовать на Z, снарядить. А, вот, снарядить, допустим. Все, пусть будет здесь. А подожди, а есть еще этот? Кстати, вы как-то суммируетесь? Ага. Мясной жук. Забрать все. Но я вот вижу, они там внизу лазят. А ты как-то меч сам достаешь, нет? Может, мне надо тоже как-то его снарядить? Подожди, я все время не ту кнопку нажимаю. Так, мясо жука. Хоть это вам и покажется невероятным, но у этого животного очень вкусное мясо, которое используется для приготовления разнообразных блюд. Его можно просто съесть или использовать для приготовления жирного мяса. Так, ну лучше, конечно, его использовать для приготовления жирного мяса. Да ё-моё. Оружие. А, я не могу, кстати, снарядить. Ну-ка, давай наверх залезем. Да. Короче, пока не появится надпись, бесполезно что-либо делать, да? Слиток руды. Да ё-моё. Это у нас где? Это у нас... В разном. Слиток руды используется в колонии вместо денег. Синий и гладкий на ощупь. От него исходит магическое сияние, которое просто завораживает. Это основная разменная монета в колонии, а также отличный материал для ковки магического оружия. Хорошо. Да, прыгать, конечно, он неестественно. О, я думал, неестественно прыгать, но вроде как коленки-то у него сжимаются. Здесь есть сундучок, это хорошо. А можно как-то быстро слезть? Нужна кирка. Открыть справочник, нужна кирка. Как-то странно написано, если честно. Открыть справочник сундука, нужна кирка. Да, если шифт зажать, получается, он быстрее будет лазить. Это хорошо. Ну и где-то там мне взять кирку. Ну, надеюсь, по пути где-нибудь я на ее найду. Потому что мне все равно надо будет возвращаться. Пустая бутылка. Зачем нужна пустая бутылка? Ценится среди торговцев. Старая, поцарапанная стеклянная бутылка из-под пива сомнительного качества. Она целая, поэтому в нее можно лить какую-либо жидкость, если вы не боитесь легкого привкуса пива. Да вроде как не боюсь. Ага. Я бы сейчас бы не хотел бы встречаться с волками. Может, как-то обойдусь это дело? Монета. Так, тоже получается что-то ценное, да? Бесполезная вещь. Круглая, грязная и старая. На одной стороне отчеканено название королевства и имя короля, на другой — единение трех богов. Возможно, когда-нибудь, если вы сумеете выбраться из колонии, это и будет чего-нибудь стоить.
Мне и есть только непонятно, а он оружие когда буду доставать, сам или не сам? Просто, допустим, я нажимаю левую, правую, колесико никак не влияет. Просто там, получается, у нас волки. А там явно что-то есть полезное. Или он, когда начинается битва, сам автоматически достает оружие? Пока непонятно. Там вообще какой-то чувак стоит. Ты кто? Слиток руды. Кайден. О, чудесно. Думаю, Гомес без этого обойдется. Эй, привет. О, привет. Я не слышал, как ты подошел. Я ищу следы вчерашнего нападения. Ясно. Ну, мне нужно побыстрее с этим разобраться. Гомес не отличается терпением, а у меня полно более важных дел. Значит, тебя зовут... Я Кайден, охраняю зону обмена. Этой неделе я работал в утреннюю смену. А это Руфус. Точнее, то, что от него осталось. Ему пришлось работать в ночную смену. Так что, можете себе представить, как мне повезло? Теперь мне предстоит выяснить, что здесь случилось, и попытаться собрать то, что еще может пригодиться в старом лагере. Какие-то у тебя срочные дела? А тебе-то какое дело? Видишь ли, в старом лагере нельзя доверять никому, а особенно тем, кого ты называешь своими друзьями. Два таких друга, Сарус и Берег, воспользовались тем, что мне пришлось отправиться сюда, и украли у меня очень ценный амулет. Они знают, что он мне очень дорог, но они готовы продать родную мать ради торговли рудой на черном рынке. Как выглядит амулет? Ты легко его знаешь. Он сделан из металла и изображает бога Аданоса. Никаких гравировок, никаких камней, никаких волшебных свойств. Он не представляет больше ценности. Его украли только для того, чтобы досадить мне. И кто эти старые друзья? Они не просто были моими друзьями. На самом деле, это мои бывшие деловые партнеры. У нас возникли разногласия, и в конце концов мы решили свернуть дело. Но я не думал, что они посмеют обокрасть меня. Конец диалога. Ладно, давай все проясним. Если я тебе помогу, что ты дашь мне взамен? Деловой человек. Вот такой у тебя подход. Ты мне нравишься. Скажи мне, что ты ищешь или что тебе нужно? Давай начнем с этого. Ну, мне бы не помешал хороший меч. Оружие, которое легко заполучить и у которого нет хозяина, если ты понимаешь, о чем я. А, понимаю. Ладно. Я ничего не скажу Гомесу, если ты никому не расскажешь о нашей маленькой сделке. Идет? Хорошо, по рукам. Амулет в обмен на меч. Кстати, где я могу найти Саруса и Берега? Я думаю, ты найдешь их в лесу, возле моста. Но будь осторожен, это опасные люди. Ты должен быть готов ко всему. Так, интересный момент. А как что-то я должен у них забрать амулет? Выкрасть? Журнал заданий. Побочно, украденный амулет. Нет, это активное задание.
Сарус и Бирик, бывшие партнеры и друзья Кайдена, украли у него амулет, который ему дорог как память. Если я смогу его вернуть Кайдену, он отдаст мне меч Руфуса. Он ведь ему все равно уже больше не нужен, да? Ну, типа того. Найти у реки Саруса и Берега, найти амулет Кайдена. Не обязательно задание. А как это не обязательно задание? Странно. Кайден. Кто такой Кайден? И что он делает в зоне обмена, собирая разные вещи? На данный момент я знаю только то, что он воин из старого лагеря, которого Гомес отправил сюда с заданием и что его обманули друзья. Я мог бы узнать больше, если бы я помог ему. Руфус. Руфусу не понравилась его работа, он чувствовал себя измученным, но после того, как он оказался в колонии, у него все наладилось. Можно сказать, что он ожил. Хм, неплохо. Но я уверен, у меня получится лучше. Да уж, ожил так ожил. То есть, я не смогу сейчас взять меч. Может быть, тогда мне как бы хотя бы кирку бы взять. Я бы вернулся бы, наверное, к этому. К сундучку. Кирка же здесь есть? Нету кирки? Надо, кстати, уже заканчивать серию. О, отмычка. Вот это уже хорошо. А, ключи, да? Используют для дома замков. Некоторые нечестные обитатели колонии используют этот инструмент, чтобы завладеть чужой частной собственностью. Взлом замков – это искусство, поэтому использование данного инструмента требует навыков и опыта. На самом деле, в неумелых руках она легко может сломаться и стать бесполезной. Ладно, пока у нас одна отмычка, будем ее держать. Стрела. Оружие. Боеприпасы для лука. Старая стрела сделана из дерева, добытого в колонии. На вид она довольно невзрачна, но подойдет в качестве боеприпаса для оружия дальнего боя, такого как лук или арбалет. А, то есть можно и туда, и туда. Хорошо. Но у нас ни того нет, поэтому смысла особо нет. О, жучара. Ну-ка, ну-ка, стой. Как там было на Е? Забрать все. Там, кстати, еще один бегает. Даже два бегают. Ты смотри. Что-то до опыта надо 2000, блин. Это как-то, конечно, многовато. Не, ну я пока мясо пособираю хотя бы, да? Мы сейчас, получается, с вами обыщем вот это вот место. И на сегодня будем заканчивать серию. А потом уже пойдем туда, получается, к этим бывшим друзьям. Так, это все стрелы, нам, в принципе, все пригодится, когда я найду лук себе. Если, конечно, я найду, но я думаю, что я найду, смогу. Где-нибудь какой-нибудь старенький, задрыпанный. Но найду. Ну, получается, что вроде как бы в принципе все, да? А, что-то есть наверху, хорошо. Ну, тут всякий хлам, монетки. Пока непонятно для чего, возможно, потом как-то пригодятся. Хотя нет, руда, в принципе, тоже полезна. Это же как бы местная валюта. Может быть, что-то куплю на них. А, не хочешь залезть, нет? Алло. Странно, но почему-то он залазить сюда вообще никак не хочет. А, тут есть подъем. А чё сложно-то залезть-то было? Какая разница? Ну, есть подъем, нет подъема. Залезть-то все равно, в принципе, можно было. Вроде невысоко. Но как бы здесь, получается, ничего, в принципе, и нет. Зря только залазил, да? Ладно, получается, мы, в принципе, с вами все осмотрели. Карты, получается, никакой нет у меня.
Тут вроде бы тоже ничего такого нет. Плавать ты не умеешь, я так понимаю, правильно? Ну, нам только получается идти туда. Ладно, на сегодня тогда... А, подожди, нет. Факел. Это у нас в разном. Используется для освещения. Деревянная палка, на которой намотана тряпка, вымазанная в смоле. Он испускает тусклый свет и в крайнем случае может быть использован в качестве оружия. Быстро гаснет в дождь. Так, давайте его снарядим на... А как мне повернуть? Ага, во. Вот сюда давайте снарядим. Отлично. Так, это у нас опять-таки... А, королевская... Пиво. Ух ты, что-то новенькое. Расходники. Временно увеличат выносливость на 15 единиц. Королевское пиво. Роскошный вариант одного из самых популярных в мире напитков, который далеко не всем по карману. Бутылка изготовлена из высококачественного коричневого стекла, чтобы солнечный свет Миртаны не повредил драгоценное содержимое. В умеренном количестве освежает и доставляет удовольствие. В избытке пиво может вызвать головокружение и утрату чувства реальности. Хорошо. Можно, в принципе, тоже снарядить... Вот сюда. Обгоревшая книга. Разная. Книга в твердом переплете в ужасном состоянии. На первой странице написано «Услышь слово богов». Книги могут содержать сведения об окружающем мире, и их часто можно дорого продать. А, то есть я не смогу почитать, да? Угу. Взять меч я могу, в принципе, сейчас прям, что ли? Ну, скорее всего, если я возьму, то получается, я провалю задание, да? Наверное, как-то так. Ладно, отправимся тогда, получается, мы искать друзей в следующей серии. На сегодня все, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, в Яндекс.Дзен. Все ссылочки под видео. С вами был Азар Бабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.